Night с барабанами. Обычно барабаны всегда убираются, но они были и барабаны, и контрабас, и совершенно потрясающий гитарист Дмитрий Андреев, который нас побаловал своим присутствием в марте эти месяца, благодаря Наталье Бельковой, которая вот сидит и тихо делает вид, что ее это не касается. И Наталья Белькова первой выходит на сцену. Я приглашаю на сцену Дмитрий Андреев, Наталья Белькова, Николай Ольшанский, Денис Любаков, Клод Болинья. Пьеса называется «Джаз а ля Франсе». И Наташа может прекрасно рассказать, что это такое. Всех приветствую. Правда, мне высоковато. Вот Айк как-то вызвал Диму на сцену. Дима говорит, я же не играю. Да, мы не только не репетировали, но он и не играет. Три человека сейчас на сцене. Мои друзья Николай Ольшанский, Денис Любаков, ну и я немножко. «Джаз а ля Франсе». Thank you.
Наталья Белькова, Николай Ощанский, Денис Лебаков. Необычное, красивое, хорошее начало. Вот так, оказывается, сейчас балуются старшие преподаватели Московской государственной консерватории имени Б.И. Чайковского. Наташа, я правильно понял, собственно, это было такое, вы сегодня побалуете и проанонсируете фактически ваш концерт, который будет в потрясающем зеркальном зале, знаменитом на Козицком, правильно? Да, ты еще поговоришь? А я просто быстренько, если можно, скажу. Да. Безобразие в том и заключается, что в Козицком переулке находится изумительный зал, зеркальный по своей сути и по своему виду, с волшебными часами. Он абсолютно классический, как будто из 17-18 века. И вот это вот все безобразие с ударной установкой, которую я опробовала в прошлом году, мне кажется, зал принял благосклонно. Поэтому мы решили в этом году не только поиграть составом, например, ударные фортепиано и флейта, но добавили гитару, добавили скрипку, добавили контрабас. В общем, это будет буйство и безумие. Но, естественно, это в рамках контекста от классики до бесконечности. От Рамо через Моцарта, Шуберта, Фаре и вперед в джаз. Ура! Козицкий период. А какого числа? 24 декабря. Друзья, у нас будет сегодня традиционный кот в мешке, кошечка в мешке. Первым выйдет кот в мешке Григорий Штаба, эпиталама Рубинштейна из оперы Нерон. И Михаил Гиазарян. Друзья, я очень попрошу, если кто первый раз на Перонайт, соблюдать тишину. Это традиция, которая соблюдается очень много раз уже. У нас прям первый сет начался такой, меня пугает, что будет в третьем. Ольга Невская, можно сказать, звезда русского романса. Одна из любимых исполнительниц русского романса президента Казахстана. Это на полном серьезе. Ее специально президент Казахстана приглашает, чтобы Ольга спела русский романс. Но сейчас будет Петр Ильич Чайковский, скажи, о чем в тени ветвей.
Ольга Невская, Михаил Ягозарян. Я, насколько знаю, у Ольги тоже готовится концертная какая-то новогодняя программа, правильно? Да. Какого-то декабря. 25 декабря? Скажем, да. А ты нас побалуешь, да, своими замечательными еще песенками? На тройке там. А кошечка в мешке уже готова за сценой. Наталья Жеженева. И исполнит Наталья Жеженева Игорь Эвард. Танец. Новое произведение. Знаю, что то есть дебют был, я так понимаю, на конкурсе композиторов 21 века. Да? То есть современное сочинение. И Михаил Ягозарян. Чистый джем-сешн. Друзья, заключительный номер первого сета я приглашаю на сцену новоиспеченного лауреата первой премии всероссийского конкурса Владислава Афанасьева и Нелли Пчелинцеву, которые балуют нас совершенно потрясающими и балалайщиками, и дамбристами. И будет произведение самого Владислава «Ехал казак на Дунай» или обработка. Переложение. Автор-исполнитель в собственном лице.
И вот с таким первым сетом я объявляю перерыв. Приглашаю на сцену Григорий Штаба, Михаил Гязарян, Ария Раджамы из оперетты Баядера Кальман. Смутила ты души покой.
Григорий Штабов. Ольга Невская. И они с Михаилом подготовили какой-то... Нет? Да? Когда мне говорят, несанкционированно выставляет сюрпризы, мне начинает интриговать это. Ольга Невская, Михаил Игозарян. Yeah.
Грязовян, Ольга Невская. За этот дуэт радуется душа, потому что благодаря проекту Ольга нашла... У Ольги всегда есть замечательный концертмейстер, но здесь Ольга познакомилась с Мишей, да? Я знаю, что вы, в общем-то, достаточно часто уже концертируете. Да, огромное спасибо «Опера Найт». Я познакомилась с Мишей и с другими замечательными людьми. И, конечно, это для меня большой подарок счастья, что... Да, хочу признаться Михаилу в любви. Миша, я люблю тебя. Там жена смотрит онлайн. Друзья, да, необычный вечер идет, мне очень нравится. Я приглашаю на сцену Дмитрий Андреев, Наталья Белькова, Николай Ольшанский, Денис Любаков. Гитарный концерт Клода Болинья в трех частях.
Наталья Бельков, Николай Ольшанский, Денис Любаков. 24 декабря в Казицком переулке, зеркальный зал. Друзья, 1-2 было, небольшой перерыв и десерт. Наталья Жеженева. Я приглашаю на сцену Григорий Штаба, «Осенний романс», композитор Юрий Гуляев. Oh,
Григорий Штаба, Михаил Игорзарян. Елизавета Пахомова. Ари Лауретты. Джанис Китти. Друзья, что вы тут сидите, ваша очередь? Ольга Невская, Михаил Игорзарян. Объявлено два произведения под названием «Сюрприз». Так и не прислали программу. Поэтому сюрприз будет объявлять сама Ольга Невская. Раз выпал снежок, нужно и какой-то романс подобрать соответствующий, отпраздновать это событие. В России выпал снег. Вот. И, наверное, можно уже запрягать тройку и отправляться кататься на санях. Единственное, вот это у нас совершенная премьера, по крайней мере, у меня. Премьера с Мишей раз мы не репетировали, премьера два. Я этот романс вообще в жизни никогда не пела. Ну, сейчас, наверное, что-то получится. Сейчас посмотрим. Парочка вдвоем, милый шаг.
завершать эту оперу Night, это очень ответственно. Я хочу вам... После тебя квартет еще будет. А, ну прекрасно, да. Значит, есть Давайте еще шанс бока, вечер бока. Закончить да. оптимистично. Я хочу пожелать всем в новом году, кто не встретил свою любовь, встретить, у кого она есть, сохранить. Ну, а кто еще этого чувства не познал, пускай оно в нем проснется. Любовь настала. Послушать 25 декабря. Только сейчас Ольге напомню, в каком зале. Я приглашаю на сцену Дмитрий Андреев, Наталья Белькова, Николай Ольшанский, Денис Любаков. Последнее произведение уходящего года в проекте «Опера Найт». Какого декабря концерт? 25.
ЦДУ. Центральный дом ученых. Там потрясающий зал. А мы тоже будем романтичны. Совсем не Эгей, совсем не Трам-парарам, а тоже Мадригал. Да, так и надо. Чтоб всем было грустно до 2 января.
Дмитрий Андреев, Наталья Белькова, Николай Овчанский, Денис Бабаков. Друзья, на такой замечательной ноте мы заканчиваем Opera Night 2014. И прощаемся до 2 января. На сцену выходят Ольга Невская, Михаил Газарян, Елизавета Пахомова, Екатерина Фоминых, Григорий Штаба, Наталья Жижелева. Да, а вы аплодируйте. Дмитрий Андреев, Наталья Белякова, Николай Овчанский, Денис Лебаков, Григорий Штаба, Ольга Невская, Елизавета Пахомова, Нелли Тюринцева, Владислав Афанасьев, Наталья Жижелева, Михаил Газарян. Сегодня для вас Opera Night номер 77 и хорошая цифра. Друзья, с наступающим вас и до 2 января. Ребят, спасибо, был потрясающий вечер. Михаил Газарян, Ольга Невская, Елизавета Пахомова, Екатерина Фоминых, Наталья Жижелева, Наталья Белькова, Григорий Штаба, Дмитрий Андреев, Николай Овчанский, Денис Любаков.